Вот домик, в котором мы побывали. Опаньки. Всем доброго октябрьского утра, середина осени. Значит, мы уезжаем, слава богу, благополучно провели это время. Здесь прекрасно, просто небольшой обзор домика, в котором мы были. По-моему, квадратов, сколько то тут, 25 или чуть меньше. Вот, значит, вот смотрите, все есть. Холодильник, ну такой серьезный холодильник, да, то есть не какой-то там барный маленький. Вот, микроволновка, индукционная плитка, чайник, тут посуда всякая, вот если нужно там что-то приготовить, да? Сковородки там, все. Вот, очень хорошая столовая зона, или как это, кухонка, в общем. Ну да, значит, сидушечки, все, тут спиночка, там спиночка. Очень то, что вот подкупает, значит, это вот эти вот панорамные окна. Они небольшие, ну, не это прям, ну и не маленькие. Сейчас я вот так прикрою дверку. Вот, тут сидишь за столом, например, с той стороны и смотришь на природу. Очень красиво. Здесь тоже вот это вот окошко прям, ну, вообще супер, просто супер. Каждое утро ты просыпаешься, смотришь сюда, погодка разная, значит... то туман. Кстати, пока мы были, тут и дождик был. Ну и видно, да, что немножко пасмурно. Отдельная тема кровати. Это я вообще молчу. Значит, какие-то нереальные, такое вот одеяло какое-то хорошее. Матрасики, подушки. И самая главная фишка, это вот такой очень вариант. Редко вообще где встреча, что, смотрите, кровать спальная, подход с двух сторон. Даже с трех. Раз, два, три. Обычно кровать куда-то сдвинута. Или бывает, что вообще вот только с этой стороны залазишь. То есть, ну вот, например, вечером там кто-то что-то читать хочет. Чик, раз тут включил себе. Вот, все прекрасно. Есть полочки. Значит, это трехместный номер. Тут еще одна кровать. Полочка вот под всякие эти. Значит, у нас просто ребятишек больше. Мы просили дополнительно, то есть вообще, как за здрасте, раскладушечка. Вот. Для нас тут, нам тут даже давали эти радиаторы масляные. Но... мы сделали на средненький. В общем-то, погода теплая. Сегодня даже или вчера с вечера там выключили, потому что, ну, слишком жарко было. Интерьерчик такой. То есть, интерес в том, что нет ничего лишнего. Достаточно все так сдержано, скромно, но со вкусом. То есть, психологически ты как бы отдыхаешь, тебя это даже зрительно не напрягает. Это очень здорово. Так, сейчас... пауза, наверное. А, вот все. Открыл, смотри. А тут вот в таких номерах есть, значит, душевая кабина. Вообще прекрасно. То есть помыться там тебе. Ну, тут все, короче, нормально. Раковина, горячая вода. Все тут. В общем, тут даже фен есть. Поэтому им не пользовались. Пим. Вот, прекрасно. Все красивенько, все хорошо. Люди уже настолько привыкли к комфорту, чтобы вот такой комфорт, то есть как дома. В этом домике ты чувствуешь себя как дома, но только ты где-то в гостях или где-то вот. То есть как дома в плане какого-то спокойствия, что, ну, короче, все классно, все уютно, все так, как ты хочешь. Вот, поэтому мы рекомендуем, сердечно рекомендуем это место. Значит, и природа красивая. Эта база, она находится что-то в 13, что ли, километрах от основной трассы, где вот как до Чимала ехать. До Чимала там сколько-то, не знаю, километров 20, может быть. Вот. То есть здесь можно жить, здесь можно отдыхать, а куда-то ездить на экскурсии, еще куда-то. То есть, ну, как говорится, милости просим, вот выехал, поехал. Вот. Большое поле, здесь же есть баня, по-моему, там, если не показывали, покажем. Вот, в дожди, вот там есть, хотя дождей-то есть вот летний период, но мы вот осенью решили, осенью красиво, вот, и то, даже, по-моему, это, как говорится, здесь только начало осени, желтые листья и все такое, вот, может быть, она еще позолотее будет когда-то, ну, попозже чуть-чуть, вот, поэтому всем рекомендуем, вот, смотрите сами, очень приличное место за недорого, так скажем, за небольшую, ну, не то, что небольшую плату, но такую средненькую, то есть не выше среднего даже, по-моему. Вот, поэтому, ну, просто мы очень довольны,
там оценка, например, там, не знаю, 4,5, 4,7, так уж, ну, чтобы по-честному, вот, все супер. И семейный отдых, и, как бы, там, вдвоем есть номера, такие домики есть для двоих, по-моему, ну, да, вот, 2-3 места, вот, ну, все, счастливого пути нам, да, ангел-хранителя в дорогу, то есть, все, мы поехали. Река Узнезя, 2023 год. Ну все, ключ оставляем, уходя, гаси свет. Пэм. Свет выключили. Посидеть вот на таком интересном кресле на таком. Кстати, очень удобно. Вот так вот сидишь, оно скрипит как-то. Не развалится, да нет, оно крепкое. Вот можно даже еще спинку повыше, чтобы так вот сидишь, наслаждаешься. Приятно. Воздух, конечно, тут горный и вот этот сосновый. Милое дело прям. Ручная работа сплошь. Да. Анатолий все тут своими руками ваяет. Да, это, кстати, вот этот дом, это все в основном ручная работа, и сам хозяин это все делает. Вот, следующий. Домики как эти, строят, как не знаю кого. Как семечки щелкают. Да. Следующий домик. Ну что ж, приятное времяпрепровождение, приятное место. Мы обязательно рекомендуем. Большие коты, Чемальский район, село Бишпилькир.